Добрый день, меня зовут Анна, я из Москвы. Я прошла обучение по программе 3D-файл-медиа. Я выбрала курс обучения, потому что я искала творческую специальность. Этот курс оправдал мои ожидания. Мне больше всего понравились программы 3D Max, V-Ray, очень крутой курс анимации. Также курсы рисунка и дизайна были очень полезны для меня. На практике я уже готова работать в моей специальности, планирую заехать на работу в ближайшее время. Курсы специалист достаточно грамотно спланированы. Есть несколько форматов обучения, удобных для любого человека, работающего, не работающего, в любом городе. Вот. Но если есть возможность, я очень советую в первую очередь это формат открытое обучение. Во вторую очередь это дневное обучение. И уже если нет другой возможности, то онлайн обучение. Формат открытого обучения на опыте, на практике я очень советую в режиме реального времени прослушивать онлайн-курс в комфортном для себя режиме. И в любой момент вы можете поставить на стоп и задать вопрос преподавателю. Это самый комфортный режим обучения, это открытое обучение.